Возможность выпуска собственной цифровой валюты рассматривает Банк Англии. Для изучения перспектив создания национальных криптоденег банком была создана исследовательская группа. Планируется, что новая валюта будет привязана к фунту стерлингов и позволит жителям Великобритании отказаться от услуг мелких банков, сохраняя накопления в цифровых активах в Центральном банке страны. Результаты работы исследовательская группа предоставит уже к концу 2018 года.